беречь себе. У нее все свое, и белье, и жилье. Ну а я ангажирую угол у тети для нее. Все свободное время мое на нее. Я гляжу из окна, что напротив. У нее каждый вечер не гаснет окно. И вчера мне лифтер рассказал за полбанки, что у нее два знакомых артиста кино. И один популярный артист из Таганки. И пока у меня в ихнем жете рука, про нее я узнал очень много нюансов. У нее старший брат футболиста Спартака, а отец референт в Министерстве финансов. Я скажу, что всегда на футбол и хожу. На Спартак и слова восхищения о брате. Я скажу, что с министром финансов дружу, и что сам, как любитель, играю в МХАТИ. У нее на окошке герань. У нее занавески в разводах. А у меня на окне нихера. Только пыль, только толстая пыль на комодах. Ну ничего, я куплю лотерейный билет, и тогда мне останется ждать и так недолго. И хотя справедливости в мире и нет, по нему обязательно выиграю